Из западного Китая в Европу по современной трассе. В России начинают формировать новый транспортный маршрут, который пройдет и по территории Чувашии. Проблемные вопросы обсудили в Оренбурге на совещании с министром транспорта и полномочным представителем президента России в ПФО. Транзитный коридор со странами Азиатского и Тихоокеанского региона был востребован всегда. Только за счет экспорта транспортных услуг Россия получила более 12 миллиардов рублей. Такие доходы в экономику не приносит даже угольная промышленность. Но потенциал у этого направления огромен, сейчас же он используется лишь на 10%. Хотя поток транзитных грузов увеличивается, это является большим подспорьем для развития российских регионов. Протяженность трассы Западный Китай-Европа превысит 2000 километров. Она пройдет по территории двух округов, вплоть до Санкт-Петербурга. Во многих субъектах, которые вошли в эти границы, необходимо реконструировать дороги, а на некоторых участках планируют добавить по несколько полос. В Чувашии протяженность транспортного коридора составит 195 километров. В республике уже сейчас планируют соединить федеральную трассу с новообъездной дорогой. Ее проложат в обход поселка Кугеси. В результате это должно разгрузить движение и избавить автомобилистов от больших пробок. Но это поможет привлечь и дополнительные средства в бюджет. Все возмущения, которые у нас есть, когда пробки там 3-4-километровые, в перспективе будут разрешены. И тем самым улучшится настроение водителей и пассажиров. На всем протяжении этого участка мы за счет платных дорог, за счет обработки этих грузов, формирования логистики транспортных потоков сможем получить и дополнительные бюджетные средства, непосредственно за счет платности по грузовикам, перевозящим более 12 тонн грузов, и за счет работы бизнеса в части логистических комплексов и обработки этих грузов.